большой привет! Всем большой привет! Друзья, вы на канале Алина и Алиса. Сегодня мы с мальчиками проверим детектор лжи. У нас, как всегда, опять наши мальчики никуда от нас не уходят. У нас сегодня необычная распаковка. Ну-ка, дай-ка, Алинка, поближе. Это детектор лжи. Посмотрите, что у нас есть. Называется, вот написано, lie detector, то есть детектор лжи. Я не знаю, честно говоря, как он работает, но нас заинтриговало такое название. Мы решили посмотреть, да? Да. Заодно проверим, любит ли Алинка конфеты. Так, ну что, начинаем распаковку. Смотрим, как открывается коробочка. Посмотрим, что там. О, подожди, сейчас мы еще вот тут посмотрим. Так, что тут у нас написано? Есть такие штучки, ага, где присоединяют. Вот, видно примерно, как он выглядит. Это правда, это ложь. Ты думаешь? Да, красненький и зелененький. Угу. Какие-то, в общем, сигналы он должен подавать. Ну, давай, открывай. И огонек. Тут еще огонек, если нажимаешь на кнопочку, тут загорается огонек. Это зеленый, то значит... Ну, давай, посмотрим, давай. Интересно, за счет чего он будет подавать сигнал. Я знаю, что настоящий детектор лжи, он реагирует на скачки пульса. Открыть! Помочь мне, что ли? Сейчас выломали. Так. Выломали. Вот мы достали. Внутри лежит такая коробочка. А, вот. Посмотрите. Так, не знаю, тут есть инструкция. Сейчас мы ее посмотрим, все подключим и уже будем тестировать, да? Угу. Друзья, мы собрали наш детектор. Вот так он выглядит, такая коробочка с крышкой. К ней подключаются два провода, которые одеваются на пальчики. На левую только руку, Алин. Вот на эти два пальца. Они вот так одеваются. Так, смотрите, внутри коробочки внутри коробочки есть такая кнопочка, которую нужно задавать, я так понимаю, после вопроса, и будет загораться фонарик либо ложь, либо правда. Ну, честно говоря, какая-то система не очень надежная, мне кажется, да? Ну, попробуем. Сейчас мы узнаем всю правду. Любит ли Алина конфеты? А то она день любит конфеты, один день не любит конфеты. Сейчас мы узнаем наконец-то правду. Алина, ты любишь конфеты? Да. Нажимаем. Это ложь, я так понимаю. Да? Я люблю конфеты. А ты видишь, красный был фонарь. В общем, друзья, мы вообще не поняли, как оно работает. Тут вот внутри видно, что тут есть такие специальные датчики. Ну-ка, давай попробуем на меня одеть. Давай. Будем на тебе опыт ставить. Так, давай, поставим на мне опыт. Так, друзья, у нас назревает провокация. Меня подключили к детектору лжи, сейчас будут что-то спрашивать. Алина задает вопрос. Любите ли вы щенков? Ну да. В общем, ребята, тут, знаете, честно говоря, все ложь. Это, видимо, на таких детей-врунишек рассчитано, которые все время врут, да? Да. И чтобы были какие-то доказательства, вот такой придумали детектор лжи, который всегда показывает, что все ложь. Честно говоря, у нас еще ни разу фонариком зеленым не загорелся. Сейчас мы еще раз попробуем с ним разобраться. Давайте. Друзья, как мы ни пытались, как мы ни смотрели, что мы ни переключали, все у нас получается все время. Ложь. Ложь. Последний задаем контрольный вопрос Алине. Алина, тебе понравился детектор? Не очень. Нажимаем. Ложь, как мы и думали, Алине на самом деле все понравилось, поэтому на этом мы попрощаемся. Всем пока-пока, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Такую игрушку мы открывали.